Добрый день, прекрасные люди, с вами Ян. И сегодня мы начинаем проходить новую игру от беседки Ghostwire Tokyo. Так, уровень сложности. Для игроков, которые уверены в своих силах. Я в своих силах, конечно, уверен. Но я ни во что подобное раньше вроде как не играл. Так что давай-ка, наверное, мы остановимся на среднем. О, интересно, потянет ли у меня все железо рейтрейсинг нынешний? Было бы просто восхитительно. Было бы так прекрасно и замечательно, что просто невероятно. Широкий диагональный переход, расположенный на перекрестке возле станции Сибуя, одно из самых узнаваемых мест в Японии. Интересно. Наверное, надо было кидать эту игру на SSD-шник. Она бы быстрее загружалась. Зачем я до сих пор устанавливаю на HDD? Странно это все. Напомните мне потом в комментариях кто-нибудь, чтобы в следующий раз я игру на SSD-шник ставил. А не вот это вот все. Кстати, а вы знали, что если ставить игры на харды, то игры могут тормозить именно из-за этого? А не из-за того, что у вас видеокарта не тянет. А, ну вот как у меня сейчас. У таксиста задница всполыхнула. Видимо, пассажир отказывался платить. Живой не подойдет. Времени нет, сейчас исчезну. Это у нас дух какой-то. Может он? Это таксист? Это мы! И мы мертвый чел. Мы мертвый таксист, походу, да? Ну давай поднимай свои пятки уже. Сколько можно валяться? Давай, парниша, ты сможешь! Асфальт холодный, на нем нельзя сидеть, почки застудишь. Че увидел? Мелочь? Я думал, это мобила. От тебя воняет, мужик. Иди помойся. Нашего персонажа зовут Акито. Эй, ты как, цел? И он орёт так, как будто бы у него запор. Мы сейчас вызовем скорую. Ну да. Да не надо, он воскрес. Ему уже скорая не нужна. Выглядит так себе. Эй, у меня вообще сеть не ловит. И? Что это с ним? Воняет. Что за хрень? Это грибок. Это плесень подсыпал. Кто здесь? Очнись, парень. Мне нужно тело. Ну! Кто это сказал? Голос в голове. Черт. Так ты помогать не хочешь, да? По-моему, этот озвучик озвучивал Вито Скалетто в «Мафии 2». У меня геймпад вибрирует просто жесть вообще от этого всего. Что? Мог бы и догадаться уже. Я вот пока до сих пор не догадался. Тебе это не страшно. Пошли. Что за... Призраки. Что-то у меня в последнее время все игры про призраков. Идет. Странно. Советуйте еще игры про призраков. Чего встал? Прикольных. Давай живее.
Все, играем. Ура, геймплей. Или еще нет? Там толпа. Ребята идут на парад. Так это злодей. Я думал, это будет главный герой. Я дарую вам спасение. Искупление душ. Ваши души очистятся и станут фундаментом нового мира. Я уже приготовил подходящий сосуд для вашего прибытия. Итак, восстаньте! И вас ждет достойный финал! Когда геймплей-то будет? Какая там тетушку ломает? А, так они одинаковые, все текстурки-то. О, это что за гигантская обезьяна? Это же обезьяна? Вроде да. Что такое? Кто это? Обезьяна. Наш враг. Пошли. А, ну ладно. Что такое? Ты о чем вообще? И кто ты? Эй, не борись со мной! Тело теперь мое! А ты уже умер! Покину тело, тебе хана! О, нет! Тоже мне теперь... Слушаться. У тебя нет других вариантов! Подчинись! Так сильно пор горит. У меня здесь еще дела. Так раньше надо было делать. Ты как думал? Все уже? Поздняк метаться. Мне все равно, что там у тебя. Вот именно, будешь нечего было клювом щелкать. Найду тело позговорчивее, а ты просто исчезнешь. Ну да, там да? Вон от одного мужика одни ботинки остались. Тут нет других тел. Умник. Так, не знаю, что тебе надо, но ты в моем теле. Нечего мне указывать. Что ж, раз ты такой наглый, можем по-плохому. Тебе пора уходить. Еще! Зараза! Господи, что ж ты такой сильный, да? Ладно, хорошо. Пока будь по-твоему. Блин, ну но демон, запомни, ну ты что сдался? Твоя жизнь в моих руках. Ясно? Да все понятно, у нас демон слабак. Останешься один. Да-да-да. Так, все, вперед! Да-да-да. Хватит приказывать! Конечно-конечно. Все так говорят. О, ох уж эти демоны. Слабый. Глава 1, начало. Ура. Спустя 9 минут, ну вроде как. Ну, может быть, 7 или 6. О, а чё так камера-то слабо вертится? Можно мне как-то побыстрее? Где чувствительность? Скорость движения камеры, вот она. Давай на, ну, 55, например. Да? Давай. Ну-ка. Не-не, надо еще больше. Мало. О, тут, если что, можно сложность увеличить. Классно. И я уже забыл, где это было. А, в управлении. Скорость движения давай на 70. Ну-ка. Чё так мало-то, господи, вообще жесть. Вроде чувствуется изменение, но все равно как-то ничтожно мало. Давай 90. Ходить будет неудобно, ничего. Ну, такое.
Почему-то вверх-вниз оно двигается быстрее, чем влево-вправо. Это очень странно. О, какой чел. И они все такие одинаковые. За черт? Это эти, Слендермены. А, у Слендермена же вроде этого. Не сбежи. Рта не было, да? Слушай меня, если хочешь жить. Ладно. Направь всю энергию в кончики пальцев, а потом резко выпусти ее. А РТ это где? А, вот нашел. Хорошо, вот так и продолжай. Блокирую удары на всех, так что мало не покажется. Неплохо. Теперь напистреляй всем остальным. Есть еще кто? Это что я сейчас делал? Я помог, иначе, ну, конечно, эти мыши. Твари быстро оторвали бы тебе башку. Блин, мне мышью это, конечно, получше. И у тебя были какие-то дела. Ну ладно, поиграем пока. Точно. На... Я обещал сестре, что приеду. Поиграем пока на геймпаде. Если будет слишком сложно, пересяду на мышь. Карта. Карта. Так, а что мне надо? Так к сестре там куда-то допереть? А, так я что-то не понял, так это открытый мир или нет? Ты приехал к сестре, когда попал в аварию. Извини, не хочется болтать с чуваком, который бегать? Чуть не задушил меня. Справедливо. Ау. А ты-то кто вообще такой? Сначала ответь на мой вопрос, тогда я расскажу. Что-то странно, ты вот тут это... Погляди, что с городом стало. Не думал, что до такого дойдет. Тут странно, тут, вон, рейтрейсинг есть, вся фигня. Сибую прямо не узнать. Отражение, свет, но текстурки какие-то слабенькие реально у всего. Какие-то вот прям, вот не очень, если честно. Дождик. Чё? Сообщение друзьям. Туман сегодня жизнь. Никогда такого не было. Вообще ничего не видно. Понятно. Да я уже и так бегу. Да, обязательно напомните мне, что в следующий раз я игры ставил на SSD. Нам сюда. Тут эти моменты загрузки, а между игрой и заставками, они лагают. Иногда она просачивается в наш мир. Сейчас сам поймешь. Попробуй по ней ударить. Чем? Пяткой? Удар рукой. Смотри-ка, ты тоже можешь поглощать их энергию. Вау. Интересно, почему? Наверное, потому что я главный герой. Обычный и кристаллический эфир. Иногда вам будет попадаться кристаллический эфир, его можно высвободить, разбив кристаллы эфирным плетением или ударом рукой. Поглощая эфир, вы восстанавливаете ОС, энергию, необходимую для атак эфирным плетением. Также эфир можно получить за победу над чужаками. А, я думал, оно бесконечное. Моя стрелялка-пулялка. Значит, твоя сестра лежит здесь? Ага. Как-то не вовремя. То есть, типа, вот, да? О. Нам сейчас на четвертый этаж. Вообще не могу я так играть. Это какая-то жесть. Это так медленно. Может, скорость остановки камеры убрать? Погоди. Это я, кажись, это... Кажись, я что-то вот немножко дурачок, что ли? Я, видимо, не то регулировал. Ну-ка, давай вот это вот на 50 все поставим. Ну-ка. Лететь! Что за жесть? Господи, как неудобно. Просто кошмар. Кто вообще это создал? А если я скорость остановки вообще уберу? В чем разница между движением камеры и чувствительность камеры? Что это за хрень? Зачем столько всего, блин? О-о-о-о, какой кошмар. Да, короче, вот смотри. Смотри, что я делаю сейчас. Вот, это я, короче, вот так вот, смотри, сделал разок, и оно поехало просто. Вот так вот раз, и оно едет. Как это, с инерцией. Охренеть.
Ну ладно, к этому уже можно привыкать хотя бы. Хорошо. Куда нам идти-то? Нам надо, значит, автомат поломать. Господи, это всплески такие яркие. Еще просто дичь. Что у нас тут? Растерянное сообщение. Том, а не что случилось? У меня тут все тихо. Это телефон, что ли? Вроде да. Колдуют там что-то ребята. Девочка без башки, нормально? А это кто? Это когда, знаешь, что пытаешься на восьмой этаж дотащить стиральную машину. Ищут и собирают души, которые отделились от тела. И в какой-то момент она падает. Это еще зачем? Чтобы утащить их к себе в загробный мир или просто сожрать, одно из двух. В любом случае, эту душу уже не спасти. Я попробую. Главный герой, ёкарный бабай. Постой. Видишь, эти твари нас пока не заметили. Пригнись и попробуй пробраться мимо них незаметно. Как я мимо этого чувака проберусь? Тихо. Да я уже научился присесть, встать, убери мне эту фигню. Как я мимо него пройду-то? Двери я вроде открывать не умею. Может мне просто ему накостылять? А, во, быстрое изгнание, нормально. Красота. Молодец. Ничего не бойся, и ты справишься. Да я и не боялся. Ладно. Вон шмотки кто-то потерял. Похоже, ты начал осваиваться с моей силой. Чё? Уровень синергии. За победу над врагами и выполнение заданий вы получаете очки опыта. Они повышают уровень синергии Акито со своими новыми способностями. С каждым новым уровнем ваш максимальный запас ОЗ увеличивается, а вы получаете очки навыков, которые можно вложить в новые навыки духов. Вероятно. Пока что вы к этому не готовы. Нахрена мне это тогда показывать? Изучение навыков духов. При достижении нового уровня синергии вы получаете очки навыка. Вложить их в навыки можно в соответствующем меню. Чтобы открыть заблокированные ветви, в меню навыков нужны маготамы. Теперь у вас есть доступ к меню навыков. Попробуйте освоить усиленную атаку Такэхая 1. Что мне нажать надо? Плетение ветра. Вы можете создавать слабые, но стремительные порывы воздуха с помощью эфирного плетения ветра. Усиленная атака. Ну понятно, тут, короче, зажимаешь, и он лупит мощнее. Все супер очевидно. Вот так, отлично. Клево, да. Да, все, спасибо. Я все понял. Есть смысл вообще это разбивать или нет? Часто а, там максимум, поэтому бессмысленно. Кто они такие? Мы зовем их чужаками. Они сделают все, чтобы утащить тебя на тот свет. Так, давай, знаешь что? Не. Давай вот еще скорость остановки камеры до 40 сделаем. Упс, присел. О, да, неплохо. А теперь попробуем ударить посильнее. Ты плохо подготовился. Теперь вытаскивай ядро. Очень хорошо. Это когда ядро, на экзамен пришел, считай то же самое. И тебе говорят, ты плохо подготовился. Что из сердца? Пока его не вырвешь, они от тебя не отстанут. Понятно. Листовка районного объединения. Приходите на блошиный рынок. Дети выросли из курток и брюк, а выбросить жалко. На кухне пылятся приборы, которыми вы не пользуетесь. Возможно, ваши соседи будут рады их приобрести. Подарите вещам новую жизнь в новом доме. Авито. На-на-на-най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 . Не знаю, наверное, долго я еще буду привыкать к этому управлению. Осторожно.
Они здесь. Какой-то немножко кривой. Поглоти энергию кристаллического эфира. Нахрена? У меня ее и так гора. Ой, а их много. Интересно, они вообще слышат? Типа вот у них уши есть? Просто у девчонки, например, даже башки нет. Тут по стелсу, наверное, уже не выйдет. А как? Что за прикол? Почему ты не забираешь? А, вот. Вот оно как. Работает. Все, все мне понятно. Я постиг дзен. Да, давай поломаем. Заберем тоже. И поехали наверх. Как-то мне не по себе. Да мне с таким управлением тоже. Че, где? Блин, слушайте, не, что-то какая-то колбаса. Как будет играться на мышке? Ух, ни хрена себе, как это все резко. Во, самое то, вообще восхитительно. Так, записка адресована главврачу. Когда я пришла в операционную, Авада уже задыхался. Спасти его не удалось. Перед смертью он много раз повторил, что видит какую-то женщину в маске. Я тоже увидела ее, она была похожа на тень. И не смогла дольше оставаться в комнате. Теперь эта женщина меня чуть ли не преследует. И не только меня. Искренне прошу закрыть эту операционную, пока среди пациентов не поползли слухи. Спасибо. Так, вон еще что-то. Что это такое? Ты что-то нашел? Там что-то есть? Вака-кола. Какая-то еда. Можно будет поесть. Бери все, что найдешь. Сейчас выбирать не приходится. Ну да, согласен. Как он криво бегает. Пища и исцеление. Понятно, употребить пищу и будет все прекрасно. О, мне тут джойстик надо отрубить. А то он будет орать. О, тут даже прыгать можно, нифига. Столовка местная. Замечательно. Че, вообще еды никакой нет? Не, вон какая-то лапшичка есть. Интересная. Везде что? Блин. Кто здесь? Немножко страшно. Но это не как прогностик. Прогностик жестче. Да что происходит? Сюрприз, мадафака. Паниковать сейчас некогда. Согласен. Бежим скорей. Там люди горят везде. Чё тут у нас есть? Заметки медсестры. Тосиюки Кото. Перевели из 403 в 402. В 405 палате жалуются на шум через стенку. 410 низкий напор воды. 417 нужно принести вазу. Брат подарил пациентке цветы. Понятно. О. Погоди, брат подарил пациентке в 417? Так это ж про нас, наверное. Тогда мне в 417. Ты там не гори, подожди. Что происходит? Мари! Не ори! Тебе сейчас и не такое может привидеться. Вот именно, чё орёшь? 10. А, она у меня помечена. Да, ну так неинтересно. Я думал, я сам буду искать. Что это такое вообще? Что, по-вашему, не в состоянии сам найти? В
вкусненький чаек. Она забыла кран выключить. Чудес. Ты побывала на том свете, но все же выжила. Мне как раз нужен был такой наблюдатель. Теперь план осуществится. Не трожь ее! А ты кто? Человек. У него кеды. И еще один. А, это ты. Какой глупец. Я вызволил твой дух из тюрьмы. Но ты возвратился в бренное тело. Ты прав. Я за тобой. Вообще не подходит тому внешнему виду его голос. Такая сила воли. Увы. Сейчас я немного занят. Я сказал не трогать ее! Она твоя. Отринь страх. Я помогу ей спастись. Конец. Это такие. Босс? О, вот этот красавчик вообще. Вот вообще симпотный чел. Знаете, иногда бывает ощущение, что легкие чешутся, и вот прям хочется почесать. Вот надо вот его просить. Не, вот тот справа меня вообще радует. Такая маска клевая. Ты так мертвый, чё ты? Да-да-да. Да-д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 а. Ну и что у нас дальше? О. Где я? В ванной. Я умер? Ты и так был мертв. Умрешь, если ничего не предпримешь. Ты провел в реальности 3 секунды. Один вдох, и ты мертв. Нет. Я должен выжить. У тебя один выход. Отдай мне тело. И я спасу ее. Лады, забирай. Думаешь, я поверю? А чё нет-то? Не хочешь, не верь. Только ты умрешь, а сестра достанется этому гаду. И все. А я просто исчезну? Не знаю. Если повезет. Я так понимаю, вот этот чел, который дух, он раньше был в команде того злодея. Ее зовут Мари. Я Акита Ицуки. Ну, давай познакомимся. Что ж, а я Кей-Кей. Имени уже нет. Кей-Кей. Агент Кей. Прошу. Спаси Мари.
подняться. Да забрали меня, ну хорош горевать-то уже. Пошли бошки всем ломать. А мне вечно говорит двери запирать. Лицемерка. Не, это их прошлое. Гада, щелка какая прикольная. Мари! Мари! А, ты типа дверь закрыла, она не смогла выбраться, что ли? Я что? Ну да. Давай, выходить соберись. Же надо обязательно через балконную дверь. Я что, живой? Ой, какой он тупарь, а. Считай, повезло. Красавчик, что сказать? Да не особо-то. Отвали! Так что... Какой ты неблагодарный, а. Это мне решать. О, какой ты мерзкий, а. Я не исчез. Просто кошмар. Эй, ты что, сливаешься? Нет, конечно. Смотри у меня. А вообще тут стало даже уютно. Как ты думаешь, куда он мог забрать мою сестру? Ему нужно провести ритуал. Видимо, сейчас он к нему готовится. Ага. Значит, если мы выясним, где... Погоди. На бороде. Он же тебя просто прихлопнет. Конечно. Всему свое время. Если ты не против, сейчас мы пойдем туда, куда я скажу. Чего надо размотать остальных боссов? Это же логично. А тут ноги есть? Не, нет. Жалко. А как там? Я забыл, как ломать. Чего, еще и загрузка будет? Ну, выполнено так выполнено. Я до сих пор не могу понять, открытый мир тут или все-таки это линейная игра. Эфирное плетение — это умение управлять эфиром. Класс. Вот прям вот так вот. Глава 2. Угроза. Ну и шо? Вообще никого. Ну да, все сдохли. Все просто исчезли. Так ты сам видел. Наверное. А если его план сработал, то еще и связаться с внешним миром, скорее всего, не получится. Ты давно за ним гоняешься? А, так мы типа находимся в мире духов. Собственно, он меня и убил. Понятно. Ладно, хватит болтать. Вперед! Наша первая остановка — Югензака. Нет, это будет наша вторая остановка. А на сегодня мы заканчиваем. Плейлист находится в описании. До следующей серии, друзья!